Йоу! Всем привет, с вами Максим Адзе, и сегодня у нас 20-я серия по Angry Birds, 20-я серия по Angry Birds. Так вот, сегодня у нас эпизод под названием Short Fuse. Short Fuse. Короче говоря, теперь у нас прокачался бомб. Сейчас вы увидите, каким образом. Короче говоря, свинтусы решили заняться химией. Бомб, короче говоря, прокачался, стал электризованным. Вот, короче, вот так вот он умеет делать. Прикольно, да? Стоп. И йоу! Вас тряхануло током, санки. Вот и все. У нас здесь трубы медные есть, есть медные, есть железные, также есть зелье. Здесь у нас инструкция, что свин от этого зелья станет больше. Аналогично Бабблсу. Он, короче, надувается и потом вот так вот сдувается. Ну, вы поняли, я надеюсь. Так, вот, собственно, и железные трубы появились. Хорошо. А вы, кстати, заметили, что вот эта вот постройка, вот эта вот, это копия... Это постройка самого первого уровня в этой игре. Стоп, я не так планировал это сделать. Стоп, еще раз, я хочу, чтобы это зелье упало на того чувака. Зелье супер роста, короче. Градусники, куда столько градусников-то? Короче, давайте жахнем тут динамит. Короче говоря, свинтус и химией решили заняться. Так, наверное, и назовем эту серию. Как-то примерно так. Этот скелет стал огромным у него. Респираторы у свиней, конечно, суперские. Короче, давайте заново, я что-то не очень получилось. А что ты?
попал же в первый раз. Давай еще раз. Во. Что-то он так сквозь трубы, по-моему, вообще прошел. Да ё-моё, ну вот. Опять трубу, блин, пролез как-то. Что-то тоже не очень получилось. И вот все. Собственно, к сожалению, сейчас новое зелье, зелье утраивания. Зелье расстраивания. Было одна свинья, стало три. Ну, они, правда, меньше стало. Так вот. К сожалению, последнее обновление для ПК немного недоработано. Третья часть этого эпизода недоступна. Типа, она еще не вышла. Но, к сожалению, обновление для ПК, где добавили, третью часть нету. Поэтому, придется про... стало очень много, поэтому придется две части только пройти. Ну, блин, никак по-другому не могу. Нет, надо попасть как-то в три. Сразу в три, конечно, я думаю, плохо, но чтобы вообще не в одну, это вообще никогда не годится. Нет, давайте не в одну, а две хотя бы. Что ты, ё-моё, попади в несколько. Во, хотя бы в две. Капралов, свиней, короче говоря, много стало. Да, сейчас, короче говоря, свиней там станет очень много. 9, по-моему. А чё он один-то всего? Только штук 2 было. Ну ладно. Тут будет один. Хотел бы я, чтобы было 2. Блин, жалко, ну ладно. Я хотел, чтобы в зелье попали они. Больше бачков было бы. Давай, зелье, падай на вот этого вот старенького. Седого. Так. Скорее всего, в первом Angry Birds серии будет 22. Потому что мы за эту серию пройдем весь вот этот эпизод. Ну, точнее, две части, третья часть будет недоступна. И еще за две серии пройдем последний эпизод. Может, и 23 будет эпизода. Ведь мы золотые яйца тоже должны сыграть, которые мы собрали. Мы же их не просто так собрали. Ну, мы будем проходить только те, что собрали. Так, а вот здесь у нас яйцо как раз таки есть. Беру. Нет, не могло. Ну, короче, вот так вот сделать. Опа. Яйцо у нас не находится не вот за этим знаком, а вот когда вот эти все стрелы ломаются, вот тут яйцо спаунится. Вот, тут, собственно, вот так вот. Нет, я хотел в медь попасть. Нет, надо трубу сломать. Нет, 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 давай еще раз.
не очень. Давай еще раз. Еще хуже получилось. Ну ладно, пофигу. Стопы, давай туда надо в камень. Так же попадать. Иначе как-то интересно. Давай. Вот если вот это зелье кого-нибудь на ком-нибудь подействует, то тогда все тут развалится. Жалко, что он ни на ком не подействовал. Ну ладно. О, какая офигенно вынырнула она оттуда вообще. О, мы быстренько прошли, честно говоря, первую часть. Ну, за 11 минут. Ё-моё, я не туда попал немного. О, лучше не быть, ну. Что свиней из 2-6 стало? И еще один у нас там остался. Давай-давай, падай, пожалуйста, падай, сдохни. Хорошо, можно было и не стрелять чаком. Еще одно зелье, ну ладно. О, и третий вид зелья. Зелье, которое превращает свина в пузырь. Свин превращается в пузырь, надувается, внутренности в себя, короче, всасывает и потом лопается, все эти внутренности, короче, все ломают. Самое, наверное, опасное зелье для свин, все. Давай, падай. Плохо вообще вышло. Опа, на газовые баллоны. Они, которые они зовут сейчас. Зелье еще вот это вот. Ничего не сделала.
такое, а? Все время попадаю не туда. Стоп, я хочу, чтобы обе. Оба газовых баллона сейчас. Хуже получилось, чем первый раз. Правильно по-другому сделаем. Нет, надо, чтобы две они были. Чудо бы даже без срыва они сработали. Шарики, которые взрываются. Если их задеть, они взорвутся. Сейчас он бомбанет. И пущ. Это не я нажал, это они сами. И пущ. Так, там газовый баллон, надо, короче говоря. Стопай, давай, еще раз. Нет, я хочу, чтобы то зелье сработало. Но только надо как-то, чтобы этот камень туда. Да ё-моё, шарик этот мешает. Ладно, короче, давайте по-другому действовать. Нет, не так. Надо ж между вот этими вот протиснуться. О, давай. О. Стоп, не совсем так я сделал. Надо, чтобы они... Птица туда, короче, отлетела. Успел, блин. Так тоже можно. Да в смысле, да как так-то, а? Стоп, еще раз. Да ёб... Что ты будешь делать? Какой-то уровень уже 11-й, ну, немного просто.
осталось. Нет, надо попасть в медную, а не в железную. Что-то не очень получилось, что-то не совсем так, как я хотел. Светило электричество этих свиней. Ай, блин, а что ты? Что такое, а? Давай же, блин. Да господи, вот это вот... Вот этот газовый баллон, блин, он не должен. Ручка от него там ломаться не должна, она должна там... О, вот так вот в самый раз будет. А может и нет, на самом деле. Во, вот так. Нет, опять плохо получается, человек. О, сейчас куча будет этих пузырьчатых. О, вот это целая армия. Свина пузырей. Вот сейчас вообще очень хорошо получилось. И красиво, и хорошо. Надо вот эту сломать. Блин, как до тех свиней добраться, я чуть не могу понять. Разве что вот этим только стелой, точнее. Но вот как до вот этого чудика добраться, я что-то вообще не понимаю. Нет. Но что сейчас нам дало? Блин, зачем я... Есть! Долбаный уровень, блин. Ой, господи, это немного. Кошмар, чего? Зачем такие уровни делать?
Да что такое? Ну все. Так, вон там усач, но не бородач. У нас там. Даже усы от него остались бы. Так, и запуливаем зелье. Супер-пупер. Толстожопый. Ну и куда я дальше буду стрелять? Наверное, только в динамит. Да-да-да, отлично. Ладно, мы прошли первые две части этого эпизода. Третья часть недоступна, потому что она типа еще не вышла. Ну что ж, в следующей серии мы будем проходить вот этот вот эпизод. Ну а пока что, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на запасной канал Лумазы и вступайте в сообщество ВКонтакте. Ну, я, естественно, не настаиваю, конечно. Всем пока. С вами был Максим Мазай. Йоу.